Меня зовут Екатерина. Я только что была на ретрите Алтай со Светланой Лавровой. Я хочу оставить свой отзыв, потому что очень много ярких впечатлений. И прям вот после этого ретрита прям для меня вообще наступила такая легкость. И краски такие стали яркие-яркие. И прям вот еще, конечно, хочется вот в этом побыть. Но прям сейчас уже вот состояние, конечно, такое, что очень-очень хорошо. И вот самое главное я хотела бы отметить, что у меня вот было желание, ну, у меня был запрос, который для меня был важен, ну, наверное, с того лета. И я прям хотела. Но когда я ехала на этот ретрит, я даже его вот не ставила себе в цель, то есть у меня были какие-то... Но в глубине души я его хотела. Вот хотела это, но я даже не думала, что такое возможно, что я избавлюсь от этого. Вот. То есть вот этот груз себя сниму с своих плеч. Ну, таким вообще удивительным образом я была просто неожиданно приятно, что так получилось, все свелось к тому, что я этот груз сняла с себя, и прям вообще такая неожиданная радость появилась в моей жизни, и вообще моя жизнь прям расцвела новыми красками, впечатлениями, состоянием. Я прям чувствую себя прям новенькой, обновленной. На ретрит к Светлане Лавровой я уже приезжаю второй раз. У меня был до этого новогодний ретрит, после которого у меня тоже очень многое поменялось в жизни. Но это было как бы ступенькой, да, вот одной ступенькой. А сейчас вот данный ретрит, он как-то развернулся еще большей ступенькой, то есть такой ком нарастающий, да, вот к изменениям, к трансформации, то есть вот там была маленькая ступенечка, а сейчас прям у меня прям еще больше ступенечка. И ты понимаешь, что тебе хочется еще больше раскрытия, еще больше расширить свои границы, расширить себя. То есть мне вот это вот... Мне очень понравилось взаимодействие со Светланой. Оно прям для меня настолько естественным. Оно для меня естественно и какое-то гармоничное, родное, что ли. То есть я вот никогда так себя не ощущала, как вот на вот этих Светланиных ретритах. Светлана меня еще привлекает как мастер, потому что я чувствую... что, ну, вот что-то такое, ну, отклик, да, как будто мы с ней на одной волне, то есть вот как будто есть вот что-то общее, какое-то единение и гармония. А что бы ты хотела пожелать участникам ретрита, потенциальным новым, которые, возможно, посмотрят это видео? Ребятам, которые думают, ехать, не ехать, я хотела бы сказать, что игра стоит свеч. То есть, если они сомневаются, если им страшно, если у них какие-то препятствия, если какие-то трепыхания и волнения, то нужно понимать, что оно того стоит. То есть, вот это ничто, вот эти вот переживания или там какие-то там что-то, да, это не то, ничто по сравнению с тем, что они получат.